Когда мне захотелось поцеловать ее, на часах было 14:36, но я, потянувшись, пролил ее чай. На столе чашек две, за столом разговоров не счесть, лето в мыслях и за окном, мы улыбаемся, пьем, говорим и немного хотим вино. Когда мне захотелось обнять ее, на часах было 14:39, но я, потянувшись, чуть не свалился со стула. С этим надо что-то делать, подумал я и отодвинулся в угол. На кухне неловкая тишина и тихий сдавленный смех. Я, стол, она. Когда мне захотелось сказать ей что-то особенное, на часах было 14:40. Потом я решительно сделал глоток и подавился чаем. Легко стать шутом, думал я. Это нечаянно. Когда мне захотелось признаться в любви, на часах было 14:44. Собравшись, нарушив тишину в квартире, я отодвинул кружку подальше, поправил стул, сделал вдох и забыл слова. Просто смотрел, не моргая, словно на божество. Ты простой парень, а она божество. Когда мне, она легонько на цыпочках подошла, а я, задрав голову, посмотрел, вернее, почувствовал, как разрывается сердце. Но стало легче. И просто так, не спеша, руки опустив на плечи, губы прижав, а сердце-то сердце, аляулю, поцеловал. И на часах было, на часах выдохнуло. Люблю. Вот так.